Музей-усадьба городского быта – кладезь старинных уникальных вещей и предметов, которыми когда-то пользовались симбиряне. Детская рубашечка-платье – одна из них. Эта вещица принадлежала известному ульяновскому краеведу Нине Ивановне Никитиной. Она долгое время возглавляла краеведческий отдел Дворца книги. В такой одежде, по рассказам краеведа, ее крестили в одном из симбирских храмов в начале 20 века. Эта рубашечка выполнена из батиста, украшена кружевом и вышивкой белой гладью. Застегивается на левом плече на пуговку. Интересно, что в конце 19-го, в начале 20 веков такую одежду носили как мальчики, так и девочки. Как различали мальчишек и девчонок в этой одежде? Оказывается, по прическе. Мальчики носили локоны до плеч, а волосы девочек были чуть длиннее плеч и разделены на прямой пробор. Брючки и штанишки мальчишки могли надевать в 3-4 года, когда они выходили из-под материнского крыла. Самое интересное, что до Первой мировой войны эти рубашечки были настолько популярны, что даже представители царственного дома Романовых были в таких одеяниях. А вот уже после войны, в начале 20 века, мода на рубашечки стала сходить на нет. И сейчас они остались как предмет одежды в обряде крещения, то есть в виде крестильных рубашечек.